Извините, извините. Ирина. Я сама. Дверь открыта. Ирина, Ирина, что случилось? Ирина, Ирина, что случилось? Что с тобой? Дима! Дима, помоги мне! Что? Алиса, что случилось? Вчера ко мне приходила Алиса, и мы с ней пытались вызвать Джеффа убийцу. А потом, когда Алиса ушла, пришел какой-то маньяк. Я думала, что это Алиса. Я пошла открывать. Он ударил меня и связал. И я весь день провалялась без сознания. Помоги мне! Сейчас я нож принесу. Давай! У меня уже руки затекли, не двигаются. Я не знаю, кто это был. И почему на мне этот белый костюм? Дима, ну помоги, освободи мне ноги, пожалуйста. Он меня всю связал. Я не знаю, что он делал. Может быть, это был вор, и он что-то украл. Нужно проверить золото в квартире. Все ли на месте или нет. Ну помоги же мне, помоги, размотай меня. Я не могу, у меня ноги затекли уже. Так больно ты тянешь. Размотай меня, пожалуйста. Не тяни, размотай. Ну помоги мне, Дима! Сейчас я за ножом схожу. Сейчас, подожди. Все, она порвалась. Сейчас, подожди. Не надо! Ай! Ай, ты поранишь меня! Ай! Все, еще вот здесь, Дим. О! Ой! Все ноги у меня затекли. Ой, наконец-то! Почему ты так долго не приходил ко мне? У меня дела были. Я же не могу рядом с тобой находиться 24 часа. Ну ты что, мне даже не звонил? Я целый день была в отключке. Ты что, обо мне не переживаешь совсем? Я тебе звонил, у тебя оператор недоступен. И тебя это не смутило? Ты не захотел прийти меня проверить? Вот я сейчас приехал. Проверить тебя. Ты приехал, я чуть не умерла. Здесь у меня руки вон все синие, ноги оттекли. Давай думать, почему я в этом белом костюме. Нужно посмотреть, ничего ли в квартире не пропало. И позвонить Алисе, спросить, как у нее дела. А где телефон? Ну, здесь все на месте. И тут... Все на месте, техника вся на месте. Нужно еще золото проверить. А где у тебя? Здесь золото? У меня на кухне. И золото тоже все на месте. А это что такое? Что происходит? Она разбилась в дребезги. Я этого не хотела, Дим. Нужно собрать все осколки. Что же это за записка? Мамочки, какой он страшный, Дима! Кто это? Что это за монстр? Это какая-то рыба-монстр, что ли? Я не пойму. Но здесь нет никаких понятных мне слов, только какие-то иероглифы. Что это может значить? Это какая-то подсказка. Надо, мне кажется, вызвать при помощи доски духов. Этого монстра? Да. Нет. Он слишком страшный. Нужно убрать стекло. Я поняла. Это точно эта старуха. Старуха, которая подарила мне эту вазу на днях. Я думала, дура, дура, какая же я дура. Она специально ее сюда принесла. Мне кажется, что она проклята. Мне кажется, что она проклята. И теперь весь дом проклят. Я не знаю, как жить в этом доме. Хуже уже ничего не может быть. Ай! Ай! Что? Ай, я врезалась! Ай, как больно! Стекло вонзилось мне прямо в ладонь! Ай! Нет. В руку, в руку! В руку! Подожди, у тебя все в крови! Ай, скорее, Бин! Стекло! Это чертова маленькая стекляшка вонзилась мне прямо в ладонь! Подожди! Не трогай, больно!
Подожди, я сейчас схожу за бинтом. Что происходит? Помоги мне, помоги, пожалуйста! Мне больно, нет! Подожди, только не руками заберу. Больно! Подожди. Я сама! Найди бинт! Найди бинт! Ай! Вот она, стеклянка! Ой! Ай, как больно! Скорее бинт давай! Бинт давай! Быстрее бинт! Сейчас даю бинт. Ай, как больно! Проклятая шкатулка! Я не хотела ее брать! Не хотела ее брать! Зачем же я ее взяла? Ты говорил, у тебя есть бинт! Замотай хоть чем-нибудь! А то я истекаю кровью. Хорошо. Давай скорей. Заматывай. Давай я сама. Подожди, так неправильно. Надо вот так. Чёртова старуха. Ты думаешь, что она умерла? Поэтому она пришла, вернее, ее дух пришел сюда. Я думаю, это все спланировано заранее у нее было. Да мне кажется, что я просто порезалась. Надо быть просто аккуратнее. Что за записка? Скорее всего, ее оставил человек, который похож на Джеффа. Ты знаешь, что я не верю в призраков, и это все не по-настоящему. Я думаю, что это как-то связано с этим листком. Подожди, откуда здесь надпись появилась? Где? Не было же ничего. Поиграй. Поиграй со мной. С кем поиграть? А кто это? Ну не было же надписи, ты же... Не было ничего, да. Опять. Я что-то слышу. Я что-то слышу. Ай! Ай! Что? Что? Звенит, звенит! Подожди, у меня сильный звон в ушах. Какие-то голоса. Я слышу какие-то голоса. Сейчас, сейчас. Записывай, возьми ручку, записывай. Так. Угу. Запоминай тогда. Доска, он говорит доска. Доска? Доска. Ай. Все. Доска. Что может значить доска? Может быть, это значит то, что доска духов? Почему на мне этот чертов костюм? Как это все связано? Я не понимаю. Доска, скорее всего, означает доска духов. Давай попробуем вызвать любого духа. Кто придет? Внутренний голос мне сказал, что я должна призвать духа. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. День стань ночью, ночь стань днем. День стань ночью, ночь стань днем. Мы останемся вдвоем. Выключи, выключи свет. Выключи свет! День стань ночью. Не должно быть света. Так. Нужно найти самый темный угол.
Там должна быть подсказка. Пойдем. Самый темный угол в этой квартире. Здесь кругом духи. Я вижу, но эти духи добрые. Они летают, как белые пятна. Как белые пятна, много белых пятен. Самый темный угол в этой квартире – это кладовка. Там живут пауки в этой комнате. Она здесь. Кто ты? Самара! Дима, мне кажется, что это Самара Морган. Она живет в нашей кладовке. Самара, это ты? Подожди, не надо. Дай лучше я попробую. Ты пугаешь ее! Это уже все в крови. Самара, это ты? Слышишь? Она постучала обратно в ответ. Давай с тобой так общаться, если ты боишься. Два стука – это да. Один стук – это нет. Ты согласна? Она согласна. Самара, давно ты живешь в этой кладовке? Давно. Она говорит, что она живет в этой кладовке давно. Скажи, кто виноват в том, что ты там заточена? Кто тебя там закрыл? Моя бабушка? Нет. Ты там просто сама прячешься? Да. Не бойся. Я помогу тебе вернуться в твой мир. Дай мне руку. Самара, не бойся. Скорей, скорей, Самара, если она заберет планшетку, мы не сможем ее заходить обратно в комнату. Скорей. Дух Самары Морган, я хочу, чтобы ты отправилась в свой мир. Дух Самары Морган, я хочу, чтобы ты отправилась в свой мир. Дух Самары Морган, я хочу, чтобы ты отправилась в тот мир. Она здесь! Нет! Выйди! Изыди! 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 Что с тобой? Ирина, что случилось? Что с тобой? Она что? Ты видел ее глаза? Я все видела. Что она тебе? Я тебя держала за руку. Видела. Она в тебя вселилась? Ты знаешь, кто я? Ты знаешь, кто я? Ты знаешь, кто я? Ты никогда не изгонишь меня из этого тела. Нет, нет, нет. Я Самара! Я Самара! Иди! Сядь! У тебя не получится! У тебя ничего не получится! Нет! Нет! Бесы! Вурдалаки! Вурдалаки! Бесы! Сейчас они все придут за тобой! Сейчас они все придут за тобой! Сейчас они все придут за тобой! За тобой! Ничего не понятно.
получится. У тебя ничего не получится. Ты не знаешь. Я всегда останусь в этом теле. Ты ничего не сделаешь. У тебя ничего не получится. Выпусти меня. Сейчас я изгоню из тебя нечистую силу. Ты ничего не можешь. Сейчас посмотрим. Перестань, я тебе говорю. Ты слаб. Ты слишком слаб. Я все понял. Ничего ты не сможешь сделать. Все. Выпусти меня. Сейчас. Это тебя не остановит. Выпусти меня. Выпусти меня отсюда. Выпусти меня. Сейчас я возьму планшетку. Ничего ты изыди, не сделаешь. Изыди, Сатана, Самара Морган, изыди. Я еще вернусь. Ирин, все? Что произошло? Ты решила проверить Самару Морган? Почему я опять связана? Она тебя укусила и вселилась. Освободи меня, пожалуйста. Я очень устала.